Здравствуйте. В магазине «Шиншилка» продаются польские консервы «Долина Натечи», которые предназначены для щенков и молодых собак мелких пород. В данной баночке содержится полноценный корм рационный, который обогащен печенью кролика и оленьим языком. В этой баночке 185 грамм корма, и его состав можно более подробно прочесть на развороте. Если здесь отрезать, надрезать этикеточку, то ее можно вот так развернуть. И здесь есть более подробный состав. И, собственно, в эти консервы входит 31% свинины, разные там и мясо, и ливер, бульон, 14% печени кролика, 6% языка оленя, 7% кожи индейки, 6% желудков курицы, 4% яиц, 2,5% картофеля, лососевое масло 1%, сушеные пивные дрожжи 0,45% и минерал. Покупайте в магазине «Шиншилка». Вот, собственно, выглядят они вот так. И щеночкам очень нравится.